Темп ВВП 99,7%. Это ниже на 1% пункт квартального прогноза, но выше всех оценок и внешних, и внутренних. В условиях пандемии правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей. Строительство добавило 6,3%, плюс жилья ввели на 10% больше плана. Сельское хозяйство 104,5%, информационные технологии 107,4%. Отрасли промышленности на местном сырье, деревообработка 112, фармацевтика 105, производство цемента 110, керамическая плитка 102, пищевка 106, металлургия 108,6. По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все, кроме объективно нефтянки, которая начала прирастать с апреля.